Президент Татарстана Рустам Миниханов находится с рабочей поездкой в Люксембурге. В одной из самых маленьких государств мира глава республики прибыл накануне. А сегодня запланирован ряд деловых встреч с руководством Великого Герцогства. Также в планах посещение Центра управления телекоммуникациями крупнейшей в Европе спутниковой компании СЭС «Астра». А в торговой палате пройдет Татарстан-Люксембургский круглый стол. Там стороны презентуют друг другу экономические и инвестиционные потенциалы.